После замужества и женитьбы люди портятся, потому что мы ведем себя хорошо и правильно только с чужими людьми. Выпендриваемся там, самые лучшие качества показываем. Как только люди женятся, они породнились, и все начинается как в обычной семье с папой и с мамой. И поэтому из-за всяких ссор и придирок люди уже просто не хотят друг друга. Все. Вот. Ровно как с папой и с мамой становится все. На круги своя. Так что, я думаю, в будущем замужество и женитьба отпадут. Как в Дании, например, живут люди. Встречаются, когда время у них есть. Если детки рождаются, то обязательно помогают, потому что никто ни на кого не давит. Все эти встречи просто получаются как праздник, а не как принуждение. Вот, думаю, этот пример будет лучшим, ну, вот во всем мире просто даже. Они не то, что там шведские семьи, это все тоже дебильство. Это все людям и не по карману, и не по душе. А вот свободные отношения, единственное, друг с другом, конечно. Вот это очень приемлемо будет для людей. Это выровняется все в мире. Думаю, так и будет.